В одной из тюрем Карагандинской области сегодня наблюдали необычное зрелище. 23-летний заключенный зубами сдвинул с места газель, наполненную людьми. Давай, давай. О нестандартных возможностях Рахата Ушкемпира, осужденного на 20 лет за изнасилование, в колонии узнали случайно. Молодой мужчина может зубами протащить машину, набитую сокамерниками, почти на 20 метров. И не только. Осужденный с легкостью поднимает до 200 килограммов, ходит по стеклам, а еще демонстрирует огненное шоу. При этом сам весит чуть больше 60 килограммов. Рахат уверяет, что никогда не занимался спортом. В тюрьме тоже нет специальных условий. Мол, все досталось от родителей. До колонии Рахат работал водителем. Я как-то до армии просто попробовал на спор с отцом. У меня получилось. Я выиграл. Мой папа очень сильный. Братишка тоже. Эта газель весит примерно 2 тонны. Чтобы сделать ее тяжелее, попросил сесть туда человек 30. Я 4 тонны смело могу сдвинуть. Нет, у меня ничего не болит. Тем более я же ополоснул рот соляркой. Зубы не будут болеть. Ежегодно в учреждении проводятся спартакиады между отрядами. Сегодня в честь открытия организовано выступление осужденного, который обладает неординарными навыками. Это отличный старт и новые эмоции для зрителей.